Итак, осталась позади ночь, которой на Земле не было 150 лет. Над людьми висела голубая кровавая суперлуна. Невооруженным глазом ее смогли увидеть и амичи. Многие запечатлели необычного вида спутник на камеру мобильного телефона и фотоаппарат. Сейчас мы как раз показываем эти кадры, сделанные в разных точках Омска. На многих снимках хорошо видны три явления, которые произошли одновременно. Суперлуния, то есть большая луна, когда спутник приблизился к Земле. Параллельно с этим было полнолуние. И третье явление – затмение. Луна была бордового оттенка, так как солнечные лучи красного спектра все равно проникают на поверхность спутника. Кстати, астроном и руководитель Омского планетария Владимир Крупко заявил, что по оттенку можно определить, в каком состоянии находится атмосфера, и определил, назвав ее, цитирую, «чистенькой».